лапки скользят, он не может размах взять крыльями. Но он догадается, что надо пикировать вниз, скорее всего. Он, наверное, выберется оттуда. Он, наверное, подберется к краю, выберется. Он разумный, у него такой, мордочка такая умненькая. Он так на меня смотрел. Я подошла, он прямо смотрел, молил о помощи. Отпусти меня, типа, на волю, не бери меня и кошкам меня не отдай. Надо было его поймать, что ли. Забрать его домой надо было. Да нет, он летает же. Он же летает. Ух ты как, а. Ах ты маленький, а. Ну, она на краю подберется и сбросится, наверное, скорее оттуда, с этой крыши, и полетит. Видимо, догадается, подойдет. Он же ходит ножками. Он же бегает. Он просто хочет вверх ножками, лапками его наберет, а крыша скользкая. Силочки его покидают. Ах ты, малыш. Слышите, как он маму зовет, да? В крышу ходят. Что ж там такая за система? Алло, здравствуйте еще раз. Это вот мы звонили вам по поводу этого из ребенка. Он сейчас с гаража перелетел на бане. Вот на Бристоле, у нас Бристоль, это банный комплекс. Он на крыше на бане попал в такую штуку, там как какие-то ребра вот на крыше. Там черепица. И он хочет вырваться оттуда, он разбег берет по крыше, она же вверх уходит, скользко, он падает, пищит там, кричит. От него уже перья летят. Он попал, застрял там вот в эти штуки. Какие-то там они на крыше, я не знаю какие. Вот он взлетает, видим, пищит, а взлететь не может там оттуда. А он уже перелетел хорошее расстояние. Да, он уходит по этой штуке, вот перебирается. И он разбегается вроде как вверх на крышу. Она же скользкая, он опять на них падает, на эти вот. Там какие-то такие, какие-то преграды какие-то на крыше. И вот он на них сваливается, там защита какая-то, я не знаю, как-то так черепица сделана. И он туда опять попадает, как бортик такой металлический. А сейчас вы меня слышите? Сейчас вы меня слышите? Давайте я вам перезвоню. Мамочку с папочкой зовет своих. Поговорили, зашли мы в Бристоль. Говорят, их тут столько много ночью, что прилетят его родители. Ночью они сейчас осмелеют. Очень много их летает ночью здесь. Вон он сидит там, да? Голубочка маленький. Ну, хоть в безопасности, хоть от кошек уже. Уже радость, что кошки далеко. Вот они. Представляете? Кричит, мамочку зовет свою. Вон она крылышками машет.